Праздник города Ивье – это не только празднование годовщины основания города. Праздник города – это достижение его жителей, а еще чествование плодов их труда. И это в прямом смысле. Если вы любите красный и зеленый, желтый и оранжевый, если вы соскучились по заводной музыке и ярким фейерверкам и хотите полакомиться томатными изысками, то праздник Ивьевский помидор для вас! Отпразднуем День города и Ивьевский помидор вместе! Детей и взрослых ждут театрализованное шествие и пенная дискотека, розыгрыш лотереи, конкурс на быстрое поедание помидоров, битва помидорами и помидорный ринг, выступление кавер-группы и ретро-вечеринка, море положительных эмоций и целый помидорный бум! Ждем вас в Ивье 13 августа!